Доброе утро, девочки. У нас дожди передали. Все, так, знаете, тепло, но все занесено. Я свой сад обхожу с утра, свой сад. Смотрю, опрыскиваю сад свой. А это вот маленький ребенок. Ребенок маленький, вот точно. Вот игрушек целая куча. Нет, ему надо здесь. Надо здесь прям вытаскивать. Смотрите, что творит. Вытаскивает прям. Маленький ребенок. Вот эту орхидейку из той комнаты принесла. И здесь она прямо, смотрите, все. Здесь ей прямо место нравится и здесь. Вообще, эта сторона вот северная. Здесь очень много света и нет жары. И они здесь вот им идеально, видимо, здесь. Идеально. Ну что ты, достаешь опять все это? Все вытягиваешь. Куда? Столько игрушек уже. Пойдем, Петечка. Ну все, девочки, все пеленки можно убирать, но я так подкладываю, вот месяц я за ним убирала, а сейчас он только на улицу ходит. Все, на улицу, раза 4-5 в день. И еще я для себя уяснила, что перед прогулкой никогда собаку кормить не надо. Потому что как только она поест, она тут же начинает гадить, она не терпит. Вот он как ест, видите? Вот он как кушает. Что у него, никогда он не голодный. Все у него нормально. Все у него прекрасно, удивительно. А Масочка сидит на окошечке. Масянди сидит. Сидит Масяшенька. Я открываю ей окошечко, она сидит. Смотрит на улочку. В храме служба идет. Наконец-то нет ветра сегодня, слава богу. Всю трава пожухла. Я ее хоть и поливаю, но она уже это... Уже выбрасывать, наверное, надо. Лопают, что-то лопают. И тот, и другой. Я ему даю, он начинает таскать. Вот так отрываю. На, Тельчик. На травку. На травку. На чамкой. Ой, кто там? Кто там? Ой. Ой, кто там? Ой. Кто там? Что там? Тявкалка какая-то. Тявкалка. Ох, это тявкалка. Видите, с удовольствием лопает. Ой, будьте здоровы, живите богато. Будьте здоровы, живите богато. И мне ее купать надо, девочки. Не знаю, когда буду купать. Она ж царапается, как не знаю кто. Не дается. О, наяривает травочку. Все, с удовольствием. Вот, девочки, купила в зоомагазине. Залила водичкой, постояла. И все, и потом... Проросла и каждые 2 дня поливаю. Еще надо? Еще надо? Ну давай еще. Да. Я ему даю, но он начинает это. Если поставить ему эту форму, он начинает баловаться, начинает все оттуда вырывать. Хулиганить начинает. И так Масечка кушает. Все. Все. Ничего нет у меня в руках. Ты что? Все. Что-то надо тебе. Так, девочки, ну у вас очень много вопросов появилось, почему у меня такие орхидеи. Почему они так цветут? Вот такие пульверизаторы. Я наливаю воду, обязательно фильтрованную по утрам. Поливать только фильтрованной водой. Наливаете в ведро воды. Ставите горшок примерно раз в 2 недели. Чтобы вода была вот так заходила. Вот так заходила вода. Вот чтобы питалось растение снизу.
Все, через 2 часа вытаскиваете горшок, вода сливается, и ставите его вот так вот на поддончике. И все, напиваются. Что добавляете в воду, в которой будет стоять, питаться горшок? Вот такую для орхидеи, вот такое минеральное удобрение. Я его никакими колпачками не отмеряю. Я просто сделала дырочку вот здесь. Вот здесь дырочку. И видите, если вот такой горшочек, вот такой горшочек вот с этой орхидеей, я ставлю вот сюда, то я всего одну капельку, девочки, одну капельку капаю этого минерального удобрения, и у меня растение поливается. Но вот эти корешки уже, видите, все посветлели. То есть можно будет, допустим, завтра утром, можно будет поставить вот в эту водичку, и орхидейка опять попьет. Она сейчас набрала цвет, шикарно цветет. И поэтому у нее, я ее почаще, девочки, пою. У нее корни светлыми становятся прямо, знаете, ну, дней за 5. Я поэтому пою ее почаще. Ну, конечно, красавица, красавица. Все, пересаживать пока не буду. Пусть она пока здесь цветет, а когда цветет, начну пересаживать. Ну, вот такая красотка. Вот эта вот орхидейка у меня уже отцвела. Я ее пересадила. Горшочек побольше. Видите, у нее пошли уже. Видите, она приняла рост свой, начала расти. Пошел листочек. Еще один. Все, она прижилась. Вот эту орхидею мне пришлось пересадить. Из маленького горшочка в большой. Пересадку она перенесла у меня неделю назад. Нижние листочки у нее начали желтеть, но ничего страшного. Вот, бутончики набрались, напились. В общем, ее я тоже, видите, она сидит в горшочке, и горшочек у нее влажный. Я ее вчера поила. Влажный горшок. Видно. Видно испарение. Видите, все влажно, все хорошо. Так, теперь затем. Вот эти орхидеи, вот эти я покупала в одно время их. С белой, кстати, орхидеи белые, вот нормально. А эти были немножко, видимо, они немножко больные, девочки. У них закручиваются листья, что не должно быть у орхидей. Поэтому они у меня, хотя они хороши в росте, видите, идут листочки. Очень хорошие воздушные побеги. Видите, прямо во всю воздушные побеги. Но я жду, мне нужно сейчас откроются все магазины. И я съезжу, куплю. Мне надо купить янтарную кислоту, а может быть даже в аптеке спросить. Ну, в общем, надо посмотреть. Я перекисью водорода обработала все листья. И подкормка у них точно такая же. С агриколой. При поливе 1 капелька агриколы. И все, и она начала у меня распускаться. А то посмотрите, какие были они. Они были скрюченные, какие-то цветы. Это вот старые цветы, когда я купила ее. Видите, они не полностью распустившиеся. А вот это уже мой цвет пошел. И бутончики. Та немножко... Немножко такая сухая вся, но у нее, видите, она пустила. Пустила, видите, девочки? С бутончиками зависть у нее пошла боковая, поэтому я не обрезаю, пусть стоит. И очень много боковых этих побегов. Нет, не побеги, корни. Воздушных корней очень много боковых. В общем, девочки, вот агриколы. То есть я покупаю растения, девочки, в магазине, в Пятерочке, покупаю растения и сразу поливаю ее с агриколой. Вот. Все. И все, и они вот так вот, подкормка, подкормка, и цветут очень даже хорошо. Вот такие дела, девочки. Все, сходили, погуляли, умылись, покушали. И все, дары природы. Вот валики эти таскает. Таскает эти. Сейчас он ляжет спать, он сейчас будет дрыхнуть. Часов до 11 будет спать сейчас.
Потом встанем опять пойти гулять. В общем, девочки, у меня весь день все. Не пляшется, не поется. Все занято ребенком. Вот, занимается делами. Перестал играть игрушками совсем своими. Перестал все. Наигрался. Целый месяц играл, не мог оторваться от них. Все. Теперь уже начинаются вот такие вот дела. Вот такие. Здесь гречневый мешочек. Он его весь кончал. Гречневый мешочек. Кончал. Видите, что делать? Драться надо, драться. Мальчишка, надо драться. Надо драться с мамой, надо драться с папой, с Левой. Хулигань такая, хулигань, хулигань. А утром такой нежный лежит, прямо нежный к лицу. В глазки мне заглядывает. Мама, чё, мама, чё, чё? Привет, мама, привет, глазки заглядывает. Да такая мордаха, любимая. Всё, девочки, заросла. Приходится... Ну, ты же подстригалась недавно. Я не подстригалась, я красилась. Ага. Нет, подстригалась. У Марины подстригалась, волосы быстро отросли. Чё там надо? Смотрю. Чё ты заглядываешь? Как? Чё заглядывать, ходить? Ой, да дым, смотри, какой сильный пошёл. Сильный дым пошёл. У нас сегодня прохладненько на улице. И знаете, так дождем вроде как пахнет. Обещали дождь, но дождя нету. И все, я открыла окна. А там кто-то что-то жжет. В парке отряд идет. Нет, нет. У нас же специальные отряды здесь такие, знаете, уборочные. Они в жилетах, прямо целый десант привозит газели. Женщины, мужчины. Вот. И они прямо друг за дружкой, у них техника, все, они идут друг за дружкой. И все везде чистят, чистят, обрабатывают, молодцы. Но они мешки собирают. Мешки собирают, мусор тут же. Вот, вон в Адыгее. Я знаю, что в Адыгее, вчера жгли в Адыгее. Вон с домов там частных живут, вон видно. Прибираются в садах, в огородах. Ну и живут. Теденька, а что нужно Теденьке? Что Теде нужно? Что? Все так немножечко. Раньше, помните, модно было химию делать? Сереж, займи его, пожалуйста, чем-нибудь. Он вот дернет, и все, я обожгусь. Ты не дай ему игрушку, пусть играет чем-нибудь. Нет. Он перестал играть, мне это не нравится. Он все время у меня на руках. Да, на руках. На игре. Все время просится, на ручке. Вперед. И ждет прям, каждое мое слово ловит. Каждое движение мое. Молодец. И все, и придешь в парикмахерскую. У меня короткие волосы всегда были. Сделаешь химию, сейчас такую химию уже не делают. Уже никто не умеет такую химию делать. Делают из новых средств, а такого средства, как раньше было, вот для укладки химию делали, что оно держалось там сколько, знаете, 6 месяцев, завивка держалась 6 месяцев. А? Ты утром встаешь просто. Кто? Я? Ой, здравствуйте, девочки. Утром просто встаешь, вот так немножко подкрутишь, и все, и прекрасное. Вообще, леди, просто это... Просто леди, совершенно. Леди Макбет. Да. Да. Ну и что по итогу? Что по итогу, сына? Девочки, вот мой аутфит на сегодня. Джинсы, кроссовки. Сейчас покажу. Ой, Михалыч вообще артист. Вообще джинса мне, конечно, идет. Это мой такой наряд, такой стиль, который мне прямо идеально, девочки. Я просто обожаю. Обожаю джинсу в любом виде. И мне в ней хорошо. Шикарно просто. Что, Михалыч? Михалыч вывел Тедю, посадил в коляску. Собрались идти в магазин. Тедя в колясочке. Дюська в коляске. А Михалыч убежал. Вот иди в коляску. Дверь открыта у меня. Настя. Я пошла в туалет. Коляску завезла в квартиру. А что вы думаете? Он убежал? Михалыч телефон дома оставил. И побежал за нами.
якобы я уже ушла, раз коляски нет в коридоре. Вот о чем думает человек? Я не знаю. О чем думает человек? Я сейчас буду орать, как ненормальный. Кстати, сейчас папа будет орать. Да что эти А я позвонила Алёва, говорит, мама, он телефон не взял. Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты.